Скажите, пожалуйста, за последние 5 лет, с кем из соседей у нас не было конфликтов? С этой моделью мы еще протянем 2-3 года, и все. Вот мы не получим кредит МВФ, и все. Но пока Путин отказывается это делать. От ви говорите про те, що Трамп намагається зробити з Путіна свого такого гібридного союзника. Яким чином? На своїй інавгураційній речі він сказав, що хоче знову зробити Америку великою. Но як це достичь при той економічній ситуації, яка є в Сполучених Штатах, а іменно совокупний долг перевалив черту 21,5 трильйон доларів. Будучи ще кандидатом в президенти, Дональд Трамп говорив, що як тільки ми преодолеємо планку в 21 трильйон, це стане точкою невозврату. Точка невозврата уже пройдена. Момент второй. ВВП Соединенных Штатов Америки на 77% – это сфера услуг, 22% – это производство, 1% – это сельское хозяйство. Как при такой структуре ВВП можно оставаться конкурентоспособным в современном мире? Первое, с чего начал Дональд Трамп, это он попытался убрать дисбаланс во внешней торговле США. Наибольший дисбаланс у Соединенных Штатов Америки с Китаем – это 250 миллиардов долларов было. Вот до начала всех этих торговых войн. Соответственно, главная проблема Дональда Трампа – это Китай. Попытки сделать G2 провалились. То есть вот буквально летом на одном из протрамповских каналов Fox News выступал очень известный американский политолог, и он говорил, что мы предлагали Китаю переформатировать вообще мировое геополитическое пространство и поменять там условную G8 на G2. Китай и Соединенные Штаты Америки. Китай отказался. Следовательно, Трампу нужно искать инструменты, с помощью которых он заставит Китай пойти на те условия, которые выгодны Соединенным Штатам Америки. Этих условий несколько, в том числе это балансирование экспорта и импорта, перенос производства и уменьшение глобального влияния Китая в мире. Потому что о глобальном влиянии в Соединенных Штатах Америки говорят часто, а вот о глобальном влиянии Китая не очень. Хотя оно и в Африке, и на Ближнем Востоке, и в Европе достаточно существенно. Китай это не только вторая, а иногда и первая по экономике страна сейчас в мире, но это еще и ключевой геополитический игрок, который имеет как субъектность, так и собственное ядерное оружие. Не самый последний фактор, учитывая, помните, корейский кризис в современном мире. Самое главное, чтобы у него не получился шелковый путь, вот этот великий шелковый путь, который он строит. А великий шелковый путь с логистической точки зрения – это Россия. Поэтому Трампу интересно, чтобы Россия стала одним из инструментов влияния на Китай. Но пока Путин отказывается это делать. Остальные вопросы, которые интересуют Путина, Трамп готов решать. Вспомните его оговорку по поводу Крыма. Ну, для Трампа, понимаете, что Украина, что Беларусь, это что Молдавия, это что-то такое, знаете. Это как, ну, там... Десь там далеко за океаном, десь какие-то... Это однодолларовая купюра. Геополитически Украина не является чем-то таким, за что следует бороться. Более того, в отличие от демократов, у которых была концепция так называемого Балто-Черноморского союза, то есть государств-буферов, которые отделяют Россию от Европы, Трампа эта концепция абсолютно неприемлема, потому что он не понимает, зачем туда тратить деньги. И вот поняв эту концепцию, мы можем понять все перипетии российско-американских отношений, вот эту горку, которую... Ну и Украина под эту концепцию не подпадает, известно. Украина в данном случае это аргумент. То есть буквально до 2013 года у нас какая-никакая субъектность была. Мы как-то пытались балансировать. Вот а возьмите... как вернуть эту субъектность? Понимаете, субъектность в современном мире – это самый дорогой актив. Для того, чтобы ее вернуть, надо пройти очень сложный путь, как внутри самой страны, так и за ее пределами. Если мы говорим о внутри украинской ситуации, то первое, что необходимо сделать, это поменять модель экономики сырьевой на инновационную. Второе, необходимо полностью перезаложить основы государства Украины. Мы имеем сейчас государственную модель, которая постоянно вызывает кризис. Постоянно. Вот возьмите всю историю Украины. Вот помните, первые выборы президента прошли у нас более-менее спокойно. Дальше Кравчук, Кучма, конфликт. Дали достроковые выборы. Да, конфликт. Кучма, конфликт. Ющенко, конфликт. Янукович по умолчанию, Петр Алексеевич, конфликт. Третье. Надо установить общественный консенсус. Потому что мы за последние 5 лет имеем одни точки разлома. Скажите, пожалуйста, за последние 5 лет с кем из соседей у нас не было конфликтов? Это при том, что мы не такие же и конфликтные. То мы вообще бесконфликтные. Ну, понимаете, по меткому выражению Юлии Мостовой, знаете, когда ты ослабеваешь внутри, на тебя смотрят не то, что хищники, а даже травоядные. И вот мы попали, понимаете, в такую зону турбулентности политическую, когда основой становятся не какие-то глобальные, классические
знаете, такие фундаментальные договоренности, а ситуативные союзы. Вот какие у нас аргументы для того, чтобы мы могли сейчас четко и понятно отстаивать свою позицию? В первую очередь мы должны сами себе ответить на три простые вопроса. Кто мы, что мы и куда мы идем? Когда мы будем понятны, с нами начнут иметь дело. Но как можно иметь дело со страной, которая декларирует одно, а делает другое? Вот скажите, пожалуйста, вы бы позычили деньги человеку, который говорит, что я заработаю, и тут же вечером идет... Мы сейчас, понимаете, превращаемся в такого, знаете, как вот есть такое понятие в банковской сфере, мусорный актив. Ты понимаешь, что это все тоже мертвый невозвратный кредит, что сколько ни давай, как бы все равно не отдаст. Мы вынуждены просить у МВФ там, ну, там миллиард, два миллиарда. Что такое, ну, в современной там, мировой экономике 1-2 миллиарда? Ну, для такой Украины. Ну, вообще, ну, то есть для Евросоюза, там, вот он говорит, Евросоюз выделил там миллиард евро. Это сколько годового бюджета Евросоюза? 0,06%. Вообще ни о чем. Ну, я вам дал 100 гривен. У меня зарплата там 100 тысяч, я вам даю 100 гривен. Это как-то отразится на моем кармане? Никак. Нет. Вот мы не получим кредит МВФ, и все. Да, то есть с этой моделью мы еще протянем где-то по инерции, где-то там года 2-3, и все. А потом коллапс начнется. Надо в первую очередь сформировать национальную элиту. Это процесс, который, к сожалению, он не год, не два занимает, не три, не четыре. У нас сейчас не элита, у нас сейчас клан. Даже вот эту дефиницию давайте не будем применять. Ее нету. Понимаете, это местечковые хуторянские кланы, понимаете, которые хапанули, вывезли туда своих детей, а где деньги твои, там и сердце твое. Они в любой момент сели в самолет, все. Смотрите последнее интервью Коломойска. Человек мира. Українська влада і весь цивілізований світ говорить про те, що Крим – це Україна. А от чому дія воєнного стану не поширилася на територію півострова, якого ми вважаємо, що це наша територія, це Україна? Ну, офіційно є ж закон об окупованих територіях, ну, це офіційно. Ну, з політичної точки зрення, вопрос поставили совершенно вірно. Коли за 4 роки робиться все, щоб Крим відділити від України. Скажіть, будь ласка, скільки виділено денег, наприклад, на українські школи в Криму? В бюджете 2019 года. Скажите, пожалуйста, есть хоть одна программа, которая позволяет жителям Крыма приехать в Украину и увидеть, что здесь ну, не совсем все так как бы, печально? Я показываю. Да. Российские каналы в Крыму. Да, то есть как бы не совсем все печально. Да, тут есть масса проблем, в том числе и в Киеве, но ну, все-таки снегирей на завтрак мы не едим. То есть нынешняя коалиция – это страшный сон, если проголосуют Крым и проголосуют Донбасс. Это мгновенно меняет электоральную карту Украины. Мгновенно. Естественно, что пока будет вот эта ситуация нагнетания, ни Крым, ни Донбасс никогда не пойдут в Украину, пока Украина сама не понимает, куда она идет и что она хочет. И самое главное, а какие конкурентные преимущества без виз? Вот, ну, честно. Ну, для людей, какие переваги? Тут краще, чи тут краще? Люди ну вы серьезно считаете, что та коммуналка, которая есть в Донецке, перевесит тот безвиз, который есть у нас? Знаете, какая там коммуналка? Знаете же, да? Давайте не будем повторять эти цифры, чтобы просто не дразнить наших зрителей. То есть, если, например, еще полгода назад ну, на первый план выходила война на Донбассе, то сейчас экономика. Тарифы, зарплаты, пенсии. Как прожить? 43 почти процента людей живут от зарплаты до зарплаты. Это о чем говорит? О том, что люди проедают те накопления, которые они еще собрали в относительно спокойное время. Но накопление рано или поздно заканчивается. Экономисты называют разные цифры, сколько у населения денег на руку. 30, 40, 50, 80 даже слышал цифру миллиардов долларов. Ну, это же все, понимаете, это все время, то есть 3-4 года и все. Какое за 5 лет открылось значимое производство на Украине? Значимое. В марте-апреле 2019 года в Подмосковье открывается завод «Мерседес». А у нас? Я не говорю про «Мерседес», хотя бы «Черри», «Джили». То есть, ну, понимаете, ну, сало закупать в Польше. Ну, куда? В Германии. Пока не поменяем модели экономики, все это будет, понимаете, разговоры в пользу бедных. А вот куда нам идти, а что делать, как остановить российскую агрессию, то все будут разговоры в пользу бедных. Кто заважает Украине развиваться? Те проблемы, которые были заложены в экономическую и политическую модель Украины в конце 90-х, начале 2000-х, вот это они и рванули. Але хтось же створив ці проблеми? Правильно. І ці хтось же мають конкретні прізвища? Ми їх бачимо по телевізору іноді. Всіх цих ребят, у нас же ж, ну скажіть, будь ласка, які у нас принципіально нові лица із, там, я не знаю, топ-10 українських політиків? Петро Олексійович?
Ну, Владимир Борисович может назваться там условно новым лицом, но опять же, это креатура Петра Алексеевича. То поруби. Ну, ви знаєте, це всі політики, які мають такий політичний бекграунд. А олігархи що, хто у нас новий? А хто у нас новий з олігархів появився? Ну, це взагалі каста, я так розумію, закрита, монополізована. Да, то есть, понимаете, закритий клуб інтересів. Да, то есть, везде же одні і ті ж. Система не міняється. То есть, самое главное, не міняється система. Система, вона може мімікрувати, але вона не міняється. Система держиться на двох простих поняттях. Это коррупция и двувекторность. Продолжается это балансирование. Россия, Запад. Посмотрите структуру товарооборота, как он растет. Причем в Россию мы уже чуть ли не пчел продаем. Живых. И это все, понимаете, подается под слоганом «це остаточне прощава». Я когда это все слышу, мне смешно становится. Ну что люди утром кричат «це остаточне прощава», а вечером со своими партнерами нормально зарабатывают. Деньги. Запад так относится, Запад говорит, слушайте, ребят, ну мы ввели санкции против России, мы несем убытки, а вы? Хочете бути в курсі актуальних новин України та світу, чути думки впливових та цікавих спікерів, підписуйтесь на наш канал «Політека онлайн».